Лестница в 1000 ступенек и мостик через Базаиху могут в ближайшие годы соединить восточный вход на Столбы и Торгашинский хребет. Изыскания уже идут. Соединение больше смысловое. Жители города смогут выбирать, находясь в одной точке на улице Базайская, куда отправиться погулять. Пойти им на Столбы или подняться в другую сторону на хребет. Именно к Торгашинке в ближайшее время и будут проектировать лестницу и переход через реку. Место выбрали не случайно. В районе комплекса Гренада самый низкий уровень подъема в гору около 200 метров. И часть туристов уже пользуются тропой здесь, потому что вход через дачи и медицинский переулок многим неудобен. Да и оборудовать вход там власти не могут. А вот доработать район восточного входа Столбов возможно. Что там нужно делать? Нужно продлять автобусный маршрут. Для этого нужно там проводить ремонт дороги, потому что он не соответствует нормативам. Нужно, соответственно, расширять парковку. Это пока такая предпроектная работа, но я думаю, что мы должны это оценить. И если это действительно будет резонно и оправдано, то это будет очень интересно, когда человек может приезжать в одно место, отправиться и на восточный вход, и на Торгашинку, оставив, допустим, машину в одном месте, либо на одном автобусе доехав.